Христос родился, а значит, наша дорога к спасению стала открыта. Сегодня радость праздника в нашем концерте вам подарили хоровые коллективы храма Вознесения Господня, воскресной школы Свято-Троицкого женского монастыря, православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского, творческие коллективы и исполнители городского культурного центра «Лира», концертно-творческого центра «Звездный», Курской областной государственной филармонии, детской школы искусств номер 1 имени Георгия Васильевича Свиридова, детской школы искусств номер 5 имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, а также школы фигурного катания «Манеж».